Что ж, друзья, побежали спасаться с летящего, как астероида или базы, как правильно назвать, фиг его знает. Опять отступник. А что, ее спасать, что ли, должен? Нафиг надо. Кстати, что у меня там? Ну, блин, интересно, эту планку героя вообще реально поднять до полного предела? Так, осмотримся. Может, что подбрить есть еще, да? Ну, ладно. Пока ничего конкретно не вижу. Если вы ранены, найдите укрытие. Постарайтесь уйти с лишним, с линии огня. Знаете, я вот не представляю, если бы здесь костюм нельзя было, если бы костюм вас не хилил, чтобы в этой игре был за ад. Просто реально. Надеюсь, здесь больше никого не будет. Здравствуйте. Надежда умирает последней, да? Ох, не нравятся мне длинные узкие коридоры. Хоть, блин, убейте. Палладий. Что-нибудь еще? This looks interesting. Жесткое укрепление кожи. О, слушай, неплохо. Я надеюсь, нет такой фишки, как... чем вы сильнее, тем противник больнее бьет. Это будет очень неприятно. Ладно. Вроде никого нет. О! Это я понимаю. Не зря сбегал. От этого мне уже не нравится. Очень сильно не нравится. Скорее всего, там наверху кто-то будет. И придется их отстреливать, да? Раздали тяжелое оружие. И, наверное, робот будет. Хотя посмотрим. Здесь игра не настолько предсказуемая. За язык. Мужик, иди леса. Это зараза. Кто бы сомневался-то, а? Такс. Ага. Да вы, блин, прикалываетесь, да? Хорошо, и куда мне тут убегать? Мне никто не подскажет случаем. Уж очень интересно стало. О, кстати, может дрона запустить. Сейчас проверим, кстати. Дрона реально развить посильнее. А, сейчас будем экспериментировать. Ядрёна вошь. Да, я понял, понял. Ага. Здесь они уже защитные позиции. По-другому стали действовать после дрона. Кстати, это все довольно-таки забавно. Где ты там?
Ты никак не поразвлекаться, бедняжка. А, что со звуком, простите? А, понятно, меня же гранатами тут закидывают вовсю. Блин. Не то пальто. Блин, ребят, вам бы отсюда удирать нафиг куда подальше. Вы меня здесь мучаете. Ну, дрон, я не скажу, что мне так сильно помогает, но да ладно. Здорово, мужики. Так не говорите, что я приближаюсь к нему реально. Мне не хотелось бы этого. Блин. Такс. Так, здравствуй, робот. Как дела? Теперь у меня проблемы будут, чувствую. А, у меня же есть волшебная пуколка. Вот дерьмо. А дистанция-то сокращается. А это плохо, да?
defense systems active. Надо поторапливаться. Так. Все, готово. Где это? Черт, как их много-то? Че им, блин, не сидится на жопе ровно? Умри. Короче, у меня не очень много времени, ребята, вы меня простите. Их там только больше становится, да? Все, звездец, допрыгался, да? Писец, а я не успею справиться. То есть пока в меня стреляют. Такс. Значит, надо как-то быстро и агрессивно этих всех убивать баранов. А вот как это сделать, это вопрос вообще отличный. На 5 прям, блин, с плюсом. Хорошо, минус один. Ну, не устанавливается у меня ХП. Так, минус один. Сейчас еще один будет минус. Такс. Ну хорошо, попробуем сейчас с дроном. Ну, блин. Слишком мало времени.
Я просто думал, я могу туда подбежать спокойно, и все будет хорошо, да нифига подобного. Так. Ладно. Можно вопрос, а как мне вообще услышать, что с кем-то я тут дерусь? Блин. С этой дурацкой глухотени, так называемой, вообще ни черта не понятно. Так, окей. Блин, не в того попал. Ну да ладно. Попробуй тут кого-то убить. Они, походу, суицидники. Так, короче. Из этого так ничего хорошего не выйдет, я вижу. I have to get to the comm tower. Hope the Normandy's listening. А, робот, привет. Я как раз тебя тут и ждал. Что, прикалываетесь? Так, я надеюсь, там много померло этих дурей, дурачков. Ага, привет. Шоколопик. Что такое-то? Надо, блин, его быстро убить. Ага. Тут
А это не очень, кстати, полезно, я вам скажу. Даже без понту, походу. Так, отлично. Чё меня палишь, гад? Блин, как глухой просто реально. Уже аж звуковую охоту проверить. Может, что-то не так? Господи, он сдохнет ты или нет сегодня? Че, живой еще? Да ладно. И не должен. Надеюсь, мы успеем. Так. Надо же, успели, ёшки. Внешний канал связи открыть. Нормандия, говорит Шепард, Джокер, как слышно? Главный коллекционер Шепард, ты нас раздражаешь. Ты противишься неизбежному, будто пыль сражается. Ты считаешь это победой, гибель целой системы, но даже сейчас величайшая ваша цивилизация обречена на гибель. Ваши правители будут умолять о скорой смерти. Есть люди, которые боятся силы жнецов, но всегда, когда взорвет свой транслятор, все увидят, что мы можем сражаться с жнецами и побеждать. Пусть для тебя мы незначительны, мы будем сражаться, мы будем жертвовать, иначе найти способ. Победить так обычно поступают. Знай, прежде чем умрешь напрасно, что ваше время на исходе, ваша раса погибнет. Слышь, ты маленький, всего лишь таракан. Какой он большой-то стал, вы только подумайте. Нормандия на подходе. Джокер, привет, как слышишь? Я орал там. Джокер, бля, вытаскивай меня тут нахрен. Get us out of here, Joker. Легко сказать, да. Давай через ретранслятор прыгнем, да и все. О! Кстати, умная идея. И нахрен целую систему похоронили. The best. Мило. Мило, но прикольно. Что я могу сказать?
Так, находящиеся неподалеке враги отображаются на радаре. Чтобы открыть окно радара, нажмите и удержите кнопку левый shift. Ладно. Буду знать. Адмирал Хакет. А ты вроде оправился, адмирал Хакет. Вижу, нелегко вам там пришлось. Вы сами-то как? Вы мне очень помогли. Но это было еще до того, как ретранслятор взорвался и уничтожил целую батарианскую систему. Черт возьми, что случилось-то? Что вам известно? Я знаю только то, что отправил вас вызвать из тюрьмы Аманду Кенсона. Теперь уничтожена целая система. Ну, я ее вызволил. Мне бы хотелось узнать, как из первого следует второе. Ой, извините. Вот же есть мой доклад. А, вот держи мой доклад. Я хотел услышать все лично от вас. А вообще, вы, как я понимаю, под Гверди у нее был артефакт жнецов, из-за которого она и предвидела их прибытие. Считаете, что нам действительно грозит нашествие жнецов? Без сомнения, у нас оставалось буквально несколько минут. Понял. Я скажу прямо, битарианцы потребуют крови. Улик уже достаточно, чтобы полетели головы. Нам это не надо. Нам больше... Да уж. О чем вы? Вы поступили, как требовали обстоятельства. В той системе жило более 300 тысяч битарианцев. Погибли все. Ну, оно того стоило. Основные торжения жнецов любые средства хороши. Я с вами, в общем, согласен, мне жаль погибших батарианцев. Но кто-то должен взять на себя такое трудное решение. К сожалению, не все это поймут. Что вы предлагаете? Улики против вас, мягко говоря, слабоваты, но вам все равно рано или поздно придется объясняться все на земле. Прикрыть это я не смогу, но и без боя я вас не сдам. На земле? Да что-то как-то неохота. Кораблик есть свалить куда-нибудь нахрен через этот шлюз. И до свидания. Ну, значит, я отвечу. Как только закончу задание, охотно подстану. Рад, что работа с Сербером не изменила вас. Ты уверен? Я почти какой-нибудь свалил нахрен. Продолжайте работать, когда вызовет земля, надевайте парадную форму и в бой. Знаете, вот два средних пальца показываю. Можете оставить, я без доклада знаю, что вы все сделали правильно. Нелегко же вам пришлось, капитан. Нет, но тут есть одно но. Он уничтожил батарианцев. А если бы он уничтожил землян, то было бы все еще намного хуже. Вот в чем проблема. Хотя не факт. Сколько ты мне денег дал? И все, ты издеваешься. 3500. Охренеть, как много. Просто я торчу. Да уж. Веселухой попахивает, это жесткой. Да. Так-с. Да дальше попремся. Давайте посмотрим, где там система хоть разрушенная была. Я вот что-то так и не понял вообще-то, если честно. Плутон, Уран. А, так я на этой земной же системе, точно. Это же система эта. Земная. Я и забыл совсем. Ох, нифига меня шашкануло. Так, Кроганская ДМБ, Тучанка, Цитадель, Забербовать. Предотвратить ракетный удар. Помочь Тали. Система свой чужой жнецов. Повелитель пламени атаки кетов. Ах. Капец какой. Так. Ну, давайте расследуем проект Властелин. Как бы... Что более-менее вроде есть, все в норме. Как раз деньжат, может, подзаработаю.
Прикуплю все улучшения, которые мне нужны. Так. Вот, повелитель пламени, атака геттов. Короче, сначала на атаку геттов пойдем. Так, вход в систему. А, то есть здесь аномалию надо было. Я что-то не так понял. Я эту систему еще даже не исследовал. Да. Ладненько, друзья, на этом, пожалуй, я сейчас закончу серию. Тогда я хоть системы сейчас поисследую. Странно, что я их не изучал. Ну, а потом уже продолжим. Всем удачи. Всем пока.